Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз победил сразу в двух номинациях одной из самых престижных отраслевых премий Skytrax World Airport Awards 2023. Церемония награждения прошла 15 марта в пассажирском терминале Экспо в Амстердаме. Аэропорт в Баку признан лучшим региональным аэропортом Центральной Азии СНГ по версии World Airport Awards 2023. Также он во второй раз подряд стал победителем в номинации «Лучший персонал аэропорта в Центральной Азии и СНГ». Отметим, что World Airport Awards – самая престижная премия в мировой индустрии аэропортов. Исследование оценивается качество обслуживания пассажиров в аэропорту и эффективность ключевых показателей – регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности, паспортного контроля при выходе на посадку. Бакинский аэропорт является базовым для азербайджанских авиакомпаний и имеет полную инфраструктуру для предоставления услуг пассажирам и авиакомпаниям согласно самым строгим мировым требованиям и нормам.